малявка! Попалась! Нет, нет, пусти меня! Нет, нет, хватит! Происходит. Она ведьма! Говорю вам! Джоди Хоббс! Ведьма! Пойдем, пойдем домой. Идем. Идем! Иди в дом! Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора! Они там играли! Я просто хотела с ними! Что ты сделала с мальчиком? Филипп! Я не виновата! Это Айден сделал! Он защищал меня! Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На Нет, этот раз надо. Ты у меня получишь! Не смей! Марш в комнату! Иди! Постарайся уснуть, зайка. А проснешься в хорошем настроении. Засыпай. Мама! Я боюсь чудищ, правда? Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Не злись ты на нее, Филипп. Она ребенок. Ребенок? Видела, что она умеет? Сьюзан, это не ребенок, это... Это чудовище. Не смей о ней так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред? Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. В доме живет настоящий демон. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это... нечто. Ничего не бойся, слышишь, Айден? Мы просто заснем. И ничего страшного. Thank you.
испугалась. Господи, что с тобой случилось? Ты сказала, чудищ не бывает. Они есть, мама. Они есть. Джоди, он тебя ждет. Скорей. Привет, Джоди. Входи. Меня зовут Нейтан. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если ты не против, конечно. Да, столько книжек. Я и сам их не все прочитал. Ну, а ты? Любишь читать? На этой фотографии как будто бы самый обычный стол. Он сдвинулся на 5 миллиметров. За 3 дня. Сам собой. Мы это засняли, ускорили пленку и увидели. Любопытно. Может, хочешь присесть, поболтаем? Нравится? Можешь взять его себе. Моя работа — исследовать
странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Джоди, и давно с тобой этот друг? С рождения? Он призрак? Или, может, дух кого-то умершего? А можешь его нарисовать? Просишь его показаться? Приказываешь ему, что делать? Айден не слушает ничьих приказов. Никогда. Он как лев в клетке. Мы связаны. Он не может уйти. И это его злит. Я-то его не держу. Я бы его отпустила. Он меня иногда сильно пугает. Это он тебя так? Нет. Это чудище. Это ненадолго. Пусть они выяснят, что с тобой, да? Не бросайте меня. Всего на пару дней. И соскучиться не успеешь. Сьюзен, все, нам пора. Хватит уже с этим тянуть. Будь храброй. Ты сильная. Я это знаю. Джоди, я знаю, тебе тяжело покидать дом и семью. Но у нас больше шансов понять, что с тобой происходит, и защитить тебя. Никто меня не защитит. Все твои вещи в той сумке. Коул и я всегда рядом. Если что-то случится, просто позови, и мы сразу примчимся, ладно? Спокойной ночи. Будь умничкой. Ладно.
Где бы тут переодеться? Ушастик, где мой кролик? Ложись спать, Джоди. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Стойте! Можете оставить свет в коридоре? Я не люблю темноту. Ладно. Вот так? Да. Ложись. Пока. Не бойся, Айден. Мы сейчас просто уснем. И ничего не случится. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Thank you.
что... Нейтан, что-то происходит. Что-то происходит. Джоди! Зови врача! Быстро! Ничего. Все будет хорошо. Айден и больше не боится.